Новости культуры. Щеля Дауса провели в районе по образцу мегапроекта «Казахстан Дауса». Откликнулись 50 талантов из разных уголков области, а также Туркестана. В течение двух недель прошли слепые прослушивания. Три наставника отобрали по 8 конкурсантов. Каждая неделя имела свои особенности. На первой неделе были исполнены патриотические песни ко дню Астаны, потом зарубежные композиции. Каждое выступление продумывалось. В конкурсе приняли участие не только местные таланты. Попытать свою удачу приехали молодые люди из Жанакурганского района, Кызылорды, Байконыра и даже Туркестана. Из 50 конкурсантов по итогам отбора в суперфинал прошли лишь трое. Интересными и зрелищными были отборочные и сам финал, конечно. Это надолго останется в памяти. Очень все понравилось. В целом финал прошел на должном уровне. Трое финалистов доказали, что они сильные вокалисты. Из моей команды в финал прошел выпускник Академии Жургенова Бауржан Бекарес. Его сравнивают с Димашем. Я думаю, он достоин такой оценки. В моей группе есть исполнители из Кызылорды, Байконыра, Жанакургана. Все сильные. Было тяжело делать выбор, отсеивать кого-то. Всех обошла Назым Даулеткызы. Подошла со всей ответственностью, с большой подготовкой. Победителя суперфинала выбирали слушатели через голосование в соцсетях. Большинством голосов гран-при был присужден Шиирицу Бекарысу Бауржану. Хочу выразить благодарность организаторам и своему наставнику Мирвер Дусимбай. Конкурс длился в течение полутора месяца. Сколько было вложено труда. Готовились и днем, и ночью. Это было здорово. Шиеле Даусы стал событием в жизни района. Организаторы планируют ежегодно проводить этот конкурс. Галымжан Жумназар, Гуляя Шекова, Санжар Мансур, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.